Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, я продолжаю проходить игру Улыбку вампира. Так, мы с вами остановились, да, где-то здесь. Последний наш босс, это был вратарь, убийца, которого мы замочили. И продолжаем с вами путь. Короче, предыстория, все понятно, поехали. Так, у меня в руке хаммер. Ну, думаю, надо взять мечи. Сейчас посмотрим, куда нас приведет дорожка. Ага, мы в данный момент едем на транспорте. Опа-на. Дракоша какой-то летает здесь. Наверное, очередной босс. Хотя, кто его знает. Угу, прибыли, значит. Давайте-ка поставим, наверное, мечи. Посмотрим, можно здесь куда-нибудь запрыгнуть. Абсолютно некуда. Тогда спокойно идем дальше. Так, у нас тут, смотрю, робот стоит. Сейчас мы у него что-нибудь прикупим. А денег у меня всего 203 монеты. Да, прикупил. Ну, тогда давайте хотя бы возьмем здоровье за 50. Отлично. И магию. Ну, а остальное спустим все на хлеб. Два хлеба у нас получилось. Продолжаем. Ну, кто на этот раз у нас тут будут? Что за враги? Так, тут у нас все тихо. Заходим в здание. Опять. Что-то ему не нравится, я смотрю. Водопадики здесь. Но пока никого нету. Все тихо. Это что за покраснение такое? Тупик. И что делать? Ага. Понятно, этих ребят мы уже с вами видели. Блин, довольно жесткие гады. Хорош, успокойся уже. Надо их по-быренькому тут завалить. Иначе они мне тут устроят. Черт подери, а. Смотри, прикрываются. Блокируют удары мои. Попробуем хаммером. Да тихо, ё-моё, у меня уже хп мало. Нет, не сюда. Я уже забыл, как и пополнять здоровье-то. А, вот. Не зря я купил хлебушек. Надо его использовать. Достаточно. Успокойтесь, вы нафиг уже достали. Так, минус один. Отлично. И остался у нас последний. Собака, а? С дробовиком. О, минус два. Здоровья, конечно, маловато. Блин. Ага, пополнили, все нормально. Так, а здесь у нас что? Не нравится мне эта комната. Ёлки-палки, самураи. С гранатометами, да? Ага, так и есть. Сейчас будут меня тут свои ракеты выпускать. Надо их как можно быстрее ликвидировать. Понеслась, блин. А, черт. Давай-давай-давай-давай. Вампирушка, гаси этого. Пока они порознь стоят, нужно как можно быстрее уничтожать. Так, минус один, отлично. Последний остался. Ну, хорош уже прыгать-то, а, в самом деле-то. Давай, завязывай с этим делом. Это была первая попыточка, надо еще раз его добить. Ну, гнида, а. Все, отлично. Готов. А, тут еще мне отводилось время, оказывается, за убийство. Понятно. Сундук дали, ладно, вскроем, посмотрим, что в нем. Рыба, ну я так понимаю, это еда у нас. Ладно, больше ничего не лежит здесь. Походу дела нет.
Так, давайте-ка я лучше ножницы возьму. Они мне больше всего нравятся. Ну и пора валить отсюда. Эй-эй-эй, зачем, блин? Да нажимался. Давайте отсюда выбегать. Ну, кто на этот раз? Давайте власти. Хм, тишина. Ага, у нас тут лифт. Ну, сейчас начнется, ё-моё. Ну-ка, выкуси. Зря, конечно, я на одного врага потратил магию. Глупо было с моей стороны. Ну, я их сейчас тут так заколбашу. О! Отлично. Просто ножницами голову откусил. Так, агенты здесь у нас и роботы. Опа-на! А вот, ребята, и дракончик. Но я так понимаю, это не босс. Потому что полоски нет у него. Жизни. Значит, это просто дракоша, который будет мне мешать, видимо. Ну что, давайте, давайте, я жду. Вот они. Появились, не запылились. Опять дракон вылетает. Кстати, дракон тоже какой-то механический. Посмотрите на него. Весь в каких-то железных вставках. Оу! Электричеством бомбит. Ладно. Все, что ли? Улетел? Салага. Ну, иди сюда, иди, иди. Вставай, блин. Последний, по ходу дела, остался. Давайте его так размажем. Все, да? Ага, все, конечно. Ё-моё, еще огнеметчиков тут не хватало. Надо их убивать. Иначе начнут тут сейчас жарить. Собака, а. Умудрился же как-то. Иди сюда ко мне, вот так. Опа. И кто теперь? Да какого лешего ты опять вернулся-то? Я думал, все, тебя не будет. Нет, он прибыл. На, получи. Да какая брызгалка может быть, а? Все, по-моему, теперь уже, наверное, надеюсь, окончательно он улетел. Он мне только мешает, на самом деле. Ну давай ты там уже в уголке. Все, готов. Так, хпшки восстановили. Ёлки-палки, это ниндзя. Еще и промазал магией-то, а. Не тут-то было, захотел он сверху на меня, а, прыгануть. Шиш. Да хорошего дела тут уже, а. Прям двоих, да? Да, двоих загрохал. Ну, теперь уже точно все. Так, пойдемте-ка отсюда, наверное. Так, стрелочка показывает идти сюда, значит, налево. Что-то мне не нравится, это что такое? Что за пиксели, блин? Еле иду. Опа, на, а это у нас что за чудо? Инвалид. Вегетативный нейромастер. Вегетативный нейромастер. Это босс, что ли? Не понял. Включите свет, блин. Куда меня отправили, елки-палки? На восьмибитку какую-то. Так, зомбари, значит, мертвецы тут бегут. Что делать-то надо, не пойму я. Ну, убиваю их. А далее что? Так, хпшек у меня здесь нет. Значит, можно бесконечных тут бомбить. Опа-на, ничего себе, ты инвалид, елки-палки. Напрыгнул на меня. Так. Монстр, киборг. Какой-то викинг. Ну, я даже не знаю, что здесь. Атака, ворот. Использовать магию. Что надо нажимать-то, интересно? Хоть правильно делаю-то? Так, открыто для атаки.
Что-то, по-моему, то же самое все повторяется, я смотрю. Тихо, не туда нажал. Так, лип, что-то open. Для открытая атака. Ждать тебя на берегу. Может быть, все время на атаку надо нажимать, а, ребят? Или на уворот? Или вообще использовать магию? Если честно, я в первый раз такого босса вижу с какой-то загадкой. Ага, атака, уворот. И ничего нового не дается. Атака, уворот и магия. Ну давайте еще раз магию. Да ты запарил, ну в самом-то деле уже, а. О, новое что-то, грэб. Контини. Контини. Блин, он все еще сидит, а? Так, понеслась. Уже какие-то чувачки вместо мертвецов. Давайте их отдубасим. Да хорош, блин. Я просто элементарно не успеваю их всех тут забить. Так, отлично, отлично. Вроде их поменьше стало. Нормуль. Все, справился. Опа, опа. Просто размазал чувака. О, денежек дал. И это весь босс, что ли? Точно, ребят. Ну и... да. Вата ватой. Что я могу еще сказать? Так, ну мы продвигаемся с вами дальше. Куда-то вверх. По зданию. Ясно. Что тут у него? Опять воспоминания. Что-то у него с мозгами. Болит голова. Ну, нас это не волнует. Нам надо двигаться дальше. Так, опять нас встречает робот. Слушайте, а у нас денег-то сколько? 118 монет, этого мало. Ничего мы не сможем купить. Надо нам идти наверх. Так, еще раз нарисовано наверх. Стрелочкой. И сюда, да? Опа-на, аквариум. Или это мы под водой? Непонятно. Черт, засада. Ладно, давайте их бомбить. Хорош, блин. Синеголовый нинди. Черт, их тут трое, а. Да успокойтесь вы нафиг. Не тут-то было. Ну дайте хоть одного-то чпокнуть, ё-моё. Так, один есть. Ё-моё, я даже уже начинаю путаться, где я, где они. Смотришь на одного, а сам уже находишься в другой стороне, блин. Опять эта брызгалка нафиг. Ну где ты там, ага, вот. Черт, мимо. Вот так и поджидает меня гаденыш. Иди сюда. Все, да? Отлично. Ну, тут еще очередная партия. Гад, меч ставит, а. Нате, выпустите. Да, магия, конечно, не ахти сработала. Но, тем не менее. Готовы. Давайте, 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 давайте. Черт тебя подери. Все время мимо. Он еще там звездочками не стреляет, а? Так, этих-то что тут не хватало только. Давайте-ка их ядом. Отлично, готовы. Остался только Джек у нас. Циркуляркой, ну и эти уродцы. Еще ржет там, а.
Да успокойся ты, в самом деле-то уже, я достал. О, малорик. Загасили. Прыгать, прыгать. А, нет, нифига, я думал, сейчас прыганет. Но он решил с разбега. Собаки, а? Что творят? Птичка, клюй давай их, блин, а не летай рядом со мной. Ух ты, как говорится, попал под раздачу. Ну что, осталось добить только. X или B. Да я даже не успеваю нажать, блин. Все, по-моему, последний. Ну да, последний. Готов, огурец. Так, наверх, да? Ну, можно и сюда сходить. Ну, пойдем, куда нам указывают. Ну, что ты уже не можешь запрыгнуть? Ну, ё-моё, блин. Отлично. Что тут опять? Ага, огнеметчики. И спецназ. Вот спецназа мне как раз тут и не хватало только. Со своими этими бомбами. Надо их ликвидировать как можно быстрее. Ха-ха-ха. Меня там не было, сосунок. Как говорится, зря пыхтел. Да, даже дробовик тут бесполезен. Я вообще не понимаю, зачем в этой игре сделали вот это вот оружие, дробовики и УЗИ, если оно здесь бесполезно. Толку никакого абсолютно. Чё они этим хотели, разнообразить что-то? Мне и достаточно вот ножниц, например, или хаммера. А эти брызгалки всякие, которые здесь лежат, они просто ни к чему. Давай ты приземляйся, я тебя сейчас накумарю. Давай-давай, я тебя жду. Все, готов. Ну и... Так, ящик дали, да? Что в нем? Ключ. Марина Кей. От подводки, что ли? Это, оказывается, подводная лодка у нас. Вот оно что. Ну что ж, хорошо. Ну, может быть, конечно, и не лодка. Оу. Ну, что-то подводное, это однозначно. Так, этих цыплят надо уничтожать, иначе они сейчас тут меня достанут своими ракетами. Тем более их двое. Будут сбивать сейчас. Почему я не могу сбить их ракеты, а? Уничтожить. Так, отлично. Готов, нет? Нет, надо еще один разочек ему нафумарить. Так, один готов. Последний остался. Ну все, хорош. Так, отлично. Да ну нафиг, хорош, успокойся. Давайте его ухоркаем. Вот гады что творят. Так, минус один. Ну что ты там барахлишь? Давай, последний, добивочный. На. Все, готов огурец. Так, собираем деньги. Ух ты, гитара. Ну что, давайте сыграем. Блин, мимо. Ай. Много пропустил уже. Блин.
Ну что, в принципе, неплохо, если бы вначале не пропустил много. 78%. Было бы вообще соточка. Так, деньги. Давайте посмотрим, что здесь у нас лежит. Ага, дали мне какой-то щит. Ладно, ребята, мы потом посмотрим, что это за щит такой. Может, какую-то дополнительную защиту дает. Оу, воу, воу, хорош. Опять, что ли, вы тут будете по двое? Ну, давайте разбираться с этими ребятами. Ай, хитрить я на корень. Еще один вылез. Ну, готов, нет? Нифига. Минус один. Блин, ну здесь уже, видите, они с этими со спецназовцами, со всякой дрянью, шелупенью. Все, да? Отлично. Больше никого нету. Разряд, как говорится. Все. И еще дали сундук. Ну-ка, что в нем? Ага, понятно. Кальмаровые чипсы. Ну что ж, пригодится. Ага, вот и ключ пригодился нам. Заходим. Опять лифт, что ли, нет? Нет, надо самому. Так, налево. Что, что такое? Что это за невидимки тут, а? Таких раньше не было. Это, видимо, какие-то новые виды мутантов. Хе-хе-хе. Нормально их поджарил. Слушайте, это, по-моему, обычные самураи, только невидимые. На-ка. Так, надо этих джеков валить. Тыквенные головы. Опа, на минус один. Отлично. Так, еще один остался у нас. Хорош отпрыгать уже, блин, говнюк. Причем на каждый мой удар он успевает, блин, защиту ставить, а? Мимо. Готов, по ходу дела, огурец. Так, ладно, все, идем далее. Да, двери открылись. И тут у нас что, тупик, что ли? Ага, вот, вижу. Вижу двери. Это что тут у нас валяется за хрень? Странно. Опа-на. А ключа-то у меня нету. Как это так? Что за... Сквид фейс? Голова кальмар? А, это босс, ёлки-палки. Хера он, блин, его не пробить. Успокойся нафиг. Вот гад. Это помните, ребят, когда я шел, валялось какое-то тело. Да ну, хорош, еще и роботы эти вылезли. Вот на него какая-то фигня, кальмар упал. И он таким стал, ожил якобы. Почувствовал силу. Ёлки, половина хп у меня уже нету, ребят. Так, ну-ка выкуси. А ему, походу, пофиг. Ну-ка, давайте этого птенца разберем. Нет, он еще жив. Так, слушай, ну успокойся, в самом деле уже достал, блин, а. Его не пробить, смотрите, в ближнем бою просто бесполезно. Он прикрывается. Так, этот готов. Может быть, в прыжке его попробовать. Черта с два там. Нифига не получается. Оу-оу-оу-оу, надо срочно подкрепиться. Так, у меня еще чипсы, да, значит? На-ка, выкуси. Вот тупый, что творит? Ну, пол хп я уже отнял у него. Опять эти цыплаки вышли. Блин, лишь бы не проиграть, не хочу начинать. Оу, полностью восстанавливает рыбка-то. ХПшки. Я вот не знаю, может быть. Ну хотя, если я буду бить босса, а этих не буду, они меня расстреляют просто своими тепловыми самонаводящимися ракетами.
Да, так они без конца появляются, а. Бесполезное УЗИ, блин. Тихо, 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 дай-ка улизнуть. Вроде пронесло. Ха-ха-ха, свои же ракеты в себя и получил. Так. Отлично, он получил от меня. Где мой этот пронзающий удар? Я не понимаю, почему он не получается у меня? Когда я с разбегу вперед с выдвинутым мечом. А, может быть из-за того, что у меня ножницы. А они только на мечи действуют. Началось. Слушай, вот это да, вот это босс, блин. Я так долго еще ни с одним боссом здесь не дрался. И хпшки не дают мне, а. А восстанавливать мне больше нечем. Так что надо как-то... А, во. Подкрепились маленько. Да успокойся ты, блин, распрыгался, а. Чертов ниндзя. Циклак, надо его уничтожать. Воу-воу-воу-воу-воу. Осталось совсем немножечко. Черт подери. Что ж такое-то, а? Что так все дребезжит, я не пойму. Так и должно быть. Все, готов огурец. Точнее, кальмар. Почему так экран дергается, не могу понять. Что за фигня-то? Перегруз какой-то. Ну что, на этом, ребята, я буду завершать этот выпуск. Всем спасибо за просмотр. Увидимся с вами в следующей серии. Все, всем пока.